Дорогой друг, у нас сегодня 27 июля 2018 года. Смотрите, настой М-эликсира готов. Сейчас я наполню ведерки. Вот. Ну, и полью, наверное, помидорчики. На 1/3 части дачного участка, где мы применяем М-эликсир в этом году. Вот, смотрите, это высокорослые. Так, вот тут у меня есть лора. Ну, два кустика между яблонями. Ну, они остались. Ну, куда их девать? Ну, ткнул, короче, вот и все. Ну, и там он. Что у нас с вами? Лук будем завтра дергать. Вот. Ну вот, наверное, свеколку прольем. Вот. Вот на деляночку, да? Ну и помидоры. Вот этот сорт лора. Я в этом году испытываю в одной делянке семечковую лузгу. Ну, она поверх сеносоломы, листвы. Вот, а здесь вот хвойный опад. Ну, так немножко завязалось. Смотрите. Так немножко завязалось. Ой, бомбочки. Вот это лора. Ну, уже видите, начинает созревать. Конец июля. Уже пошли созревать. Ну ладно, молодцы. Этот сорт хороший. Вот. Так что рекомендую. Ну ладно, не смотрите. Вот в этой деляночке что-то, вот это первое растение какое-то слабенькое. И вот второе тоже слабенькое, смотрите. А так в основном, ну, нормально. Нормально даже очень. Ну, вот эти два кустика прям ух. Смотрите какие. Так, ну все. Давайте. Там вообще-то есть еще картошка, морковка. Ну, мы тоже, наверное, я ее пролью. Вон, смотрите. Вот это две делянки морковки. Вот это осенний король. А вот это королева осени. У нас в этом году должна быть королевская морковка. Ну вот эта картошка здесь. Ботва сомкнулась, конечно, уже не видно. Коробов делянок. Ну ладно. Нужно и травку постричь. Займусь сейчас. Сейчас я эликсиром пролью. Ну и займусь.